Итак, всем привет, с вами Тёмыч. Сегодня я вам расскажу, как делать из оригами свинью. Для этого нам нужно... камера у меня неустойчивая. Для этого нам нужно взять листок, сделать из него квадрат. Вот таким вот способом. Так, и вырезаем. Так, далее разгинаем, складываем из этого квадрат. Так, и вот эти части загибаем по предыдущей линии изгиба. Ну, можно это все аккуратно там чертить, вырисовывать. Я думаю, что так быстрее, проще, без заморочек. Просто согнуть и разогнуть. Так, вот мы с вами согнули. Теперь вот эти края загинаем как самолетик вот в эту часть. И вот это тоже сюда загинаем, как самолетик. Так, сейчас я дальше вспомню, как правильно. Так, вспомнил. Значит, вот это мы с вами загибаем вот сюда. И вот эти загибаем вот сюда. Далее. Разгинаем. И вот это тоже разгинаем. Так. И теперь смотрите. Вот это вот, вот эти вот части, вот так вот, вот сюда вот, раз, как буду показывать 4 раза, потому что 4 части нужно. Вот сюда вот, 2, вот сюда вот, 3, и вот сюда вот, 4. Так, далее. Вот это вот мы выгибаем назад. Так, и вот эту часть, да, вот у нас получилось. То есть вот это вот мы выгнали назад. И вот эти вот треугольнички теперь... Так, подождите. Вот. Повернуть надо еще. То есть вот так вот, теперь повернуть сюда, и вот эти треугольники, вторую половину, вот сюда, вот так, и вот этот, вот так, вот сюда, вот так, и вот сюда, вот так, вот. С той стороны, но с двух сторон. Вот. Далее мы берем нос, как бы где голова будет у свиньи. Извините, у меня 27 секунд, я не уложусь, наверное. Поэтому по-быстрому стараюсь. Сам нос сейчас неровно. Значит, вот тут как рыло у свиньи. С другой стороны, как хвост у свиньи. И просто загинаем вот сюда вот. Ну вот, вот так вот. И всем спасибо за просмотр.